Всем привет, с вами Аджилео. Сегодня у нас будет битва Grand Cities и Thermal La Sûreté. Два раунда будет на защитном стадионе и два раунда на атакующем. Ну, видишь, что Grand City себя очень странно ведет. Я думаю, из-за того, что у него какой-то происходит дисбаланс. Я после этой битвы проверю, что с ним, и ее засчитывать не буду, потому что здесь, как видите, все вышло очень нечестно. Я разобрался, в чем была причина. Base Park у City был неправильно поставлен в ВД-145. То есть... И давайте начнем заново. Это будет первый раунд. И сейчас, как видите, он так странно себя не ведет. Хорошо, что у Ласёрты есть когти, которые как раз-таки ее сейчас направление-то ее сильно изменили. В первом бою победила Thermal La Sûreté. Ну, совсем немного, на самом деле. Второй раунд. В втором раунде тоже победила Thermal La Sûreté. Переходим на атакующий стадион, где, я думаю, у Ситиса даже еще меньше шансов становится. La Sûreté не может набрать сейчас разгон. Три ноль в пользу Thermal La Sûreté. Я не думаю, что что-нибудь изменится, но... Ну, на самом деле, главный плюс Ситис это то, что его практически невозможно выбить из-за ножки РС. Но все же... Как раз-таки ножка РС на стамине очень плохо сказывается. Поставить бы ему обычную S-ку или там какую-нибудь BS и... или SD, и он бы тащил, но... Хотя, посмотрите-ка, вроде как у него сейчас есть шанс. Да, на чуть-чуть Ситис выиграл в последнем раунде, но все же в битве сегодняшней нашей победила Thermal La Sûreté со счетом 3-1.
Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.